Всем добрый день. Сегодня у нас будет на обзоре двухкомнатная квартира. Находится она Полтавская область, Кременчуцкий район, Новогалещинская громада. Центральная громада у них такая. Ну, хорошая громада. Сейчас нам покажут этот дом. По возможности... Квартиру. По возможности я вам покажу, что находится там. Ну, узнаю у этого хозяина, какая инфраструктура там есть. Ну, железная дорога точно есть, я знаю. Останавливается, можно же уехать опять же. Кременчук-Полтава. Стадиончик есть, футбольные поля. Ну, в общем, сейчас все буду ехать, смотреть, и вам потом расскажу и покажу. Вот зашли, двухкомнатная квартира такая. Вот спаленка. 4 на 4. Полы линолеум старенький. Вот такая спаленка. Вид с окна покажу вам. Вот дворик такой, машины можно ставить. Тут двухэтажечки вокруг есть. Магазины, супермаркеты, все есть, в общем, в этом поселке. Вот со спаленки. Коридорчик такой. Здесь зал. Сейчас я свет найду. Вот зал. Смотрите. Спальня и балкон там. А, да, балкон ось. Вот балкончик есть. Да, с балконом. Пятиэтажечки. Еще одна, там еще одна. Как микрорайон. Микрорайончик такие, да. А с мебели что-то остается? Все. Или? Ничего не забрали. С мебели все остается. Все остается. Все, диванчик есть. Стиралка новая. Еще два креслечка есть. Да. И холодильник полный. Стеночка вот такая, шифонерчик. Да, да, на первое время я же говорю, что казачная спальня. Кухонька что... есть. Це тут кладова. 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 Сейчас я свет тільки включу. Могу ще щось сидеть, тільки кладовки. Та ничего не надо, да, вот. Вот, есть свет, кладовочка такая. Можно гардеробную сделать, кто для солочки, да, хранить можно. Вот. Ну, все сверху были затопило. Та ничего тут. Це ще як погано, и люди тут жили, уже все. Ванна тоже есть. А горячая вода, холодная нема, да? Подождите, не помню, щось. Не, вода есть, тільки яка точно, не знаю. Ага. Холодно тут 100% есть, еще что там в ванне стоит. Чи... Да, газовая печка ось, рабочая все. Да, все рабочая, холодильник. Холодильничек рабочий, все, но люди жили и уехали. Да. Все, вот такая квартирка. Комната еще. Я ж показал. С мебели, как я сказал, все остается. Да, мебели полностью все остается. Долгів немає, то есть все поплачено. Там и наперед даже что-то проплачено, и свет проплачено, и еще что-то, и за воду там скільки кубів. Ну, они просто проплатили, они знали точно, когда. Второй этаж, да? Да, второй этаж. Ну, вот такая квартирка, смотрите. Показал я вам квартиру эту в Галещине. Получается, отопления у него нету, но он набрал пластиковые трубы, все под отопление, чтобы делать. Газ есть, вода есть, свет есть, счетчики есть. Потом... Люди жили, ну, топились электрокаминами. Но надо делать ремонт, вы видели все. И газовый котел покупать, если отопление делать. Что в этом поселке? Школа рядом 300 метров, садик рядом 300 метров. Супермаркет рядом 300 метров. Железная дорога рядом. Больница в радиусе километра. Ну, а так, что там еще? Маршрутки это? Ходят. Маршрутки ходят. Железная новая дорога. Новая почта есть, Да, новая почта, Укрпочта есть. Магазинов полно. Да, магазинов полно, за домом на, магазины. Рядом садик и школа. Да, садик, школа, кто с детками. Пускает он, можно снимать эту квартиру и постепенно выплачивать. С правом выкупа. С правом выкупа, да, хороший парень. Очень хороший хозяин. Да, и он, как сказал... На все уступки. Идет на все уступки, да.
В общем, надо звонить, узнавать, кого заинтересует. Договорились. Я считаю, да, вариант неплохой, если уже куда деваться некуда. Второй этаж. Второй этаж. Окна деревянные, правда. Балкон есть, незастекленный. По-моему, не застеклен, да? Не застеклен. Не застекленный балкон. Ну, такая квартирка. Ну, ремонт надо, конечно. Какую квартиру, какую хату на купе, каждый делает под себя ремонты. Адекватная. Цена адекватная, хороший, я считаю. Сказал. Очень хороший тор. Хороший. Еще и тор хороший, да. Можно звонить, так что еще звоните и говорите. Договариваться. Своя сумма, какая вас устраивает, договаривайтесь. Ну все, всем, кто подписался, спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте класс, колокольчик, пишите, всегда буду рад ответить. Все, с вами надолго не прощаемся, до новых встреч, пока-пока, всем мира и добра.